Господи, ну вот как, серьезно, вот он бегал, он датчик, он так ничего и не чекнул, пока зашел на крышу. Зашел на крышу без датчика. Чувака кто-то убил. А, пушки не будешь поднимать? Найс. 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 Прикольно. Пушки поднимать не стал. Ну, со страйкером сейчас ты много чего сделаешь. Чел вышел на крышу, ничего не чекнул. Сзади летит, сзади, сзади, сзади. Чел рядом ходит, быстрее, бери пушку, пушку нормальную возьми. Да он над тобой. Осталось четверо врагов. Вы знаете, что делать. Гребаный цирк. Вот он не одупляет вообще ничего. Он ничего не понимает. Но он убивает их всех. Чел был с дробашом. Он даже пушки не берет. А, нет, он все-таки взял наконец-то. Но он оставил страйкер себе. Страйкер. Который перестреляет вообще все, что здесь есть, по-моему. Ну, если руки, конечно, есть. А поскольку тут рук ни у кого нет, он даже броню не вставляет. Нахуй надо? Плашка же есть. Ну, зачем броню вставлять? Пусть у противников будет шанс хотя бы. А то он слишком крутой. Пусть у противников будет... У него мертвая тишина есть. У него все есть, но он ничего не юзает. А, вспомнил, пардон, извините. Он опять чела поймал на телевизоре. Чел тупо с телевизором стоял. А, 28 уровень, ёпта масло. Он вообще не понимает, что здесь происходит. Он даже не знает, что такое здесь играть надо как-то. Броня какая-то вставляется. Что какое-то оружие на земле можно подобрать. Ля, смотри, он сейчас выиграет. Ох, вот это будет кайф. Смотри. Все, я пошел удалять.